Кто к нам с мечом придет, тот получит по загривку джавелином. Наша любимая рубрика, друзья мои. Потери российско-фашистских бандитов в Украине на какое там уже 7 апреля 2022 года. Напомню, Соловьев что-то там рассказывал, как они будут бровью моргать, а вот так вот, не, вот так вот. Вот так, по-моему, они собирались сделать, а мы должны были сдать им Киев. Соловьев, по-моему, уже раз 30 моргнул. В результате Киев никто не сдал, но ему спалили виллу на озере Кома. Во. И спалили еще почти 700 российских танков вместе с экипажами. Хорошо моргнул, давай еще моргай, Соловей. Помет. Ну, приступаем. Личный состав, 200-е, так сказать, освободители, через букву А. 200-х освободителей, кстати, у них есть 200-я мотострелковая бригада. Говорят, почти всех укандропупили. Как бригаду назовешь, так она в Украине и повоюет. Хорошо? Итак, 200-х, 18 900, молодцы, так держать. Танков немножко не дотянули. Вот танки меня сегодня, знаете, как-то так, знаете, даже немножечко огорчили. Я думал, будет 700, а их всего 698. Представляете, вот эти два танка, они вокруг Путина там будут ездить, и он будет ими гордиться, потому что 700 танков мы не подбили, а только 698. Это безобразие, конечно, да. Ну ничего, это мы сегодня надолужим обязательно. Боевых бронированных машин, ну вот этих гробов на колесиках, где там, знаете, поджариваются российские фашисты от тех же джавелинов, энлавов и прочей замечательной нашей ракетной техники типа «Стугна». 1891 «Папилац» сгорел вместе с экипажем. Артиллерийские системы россиян, 332 штуки, пошли прахом. Ничего, они еще наклепают. Жрать им нечего, но пушки они сделают. Грады, шмады и прочая лабуда россиян, 108 штук, отправились к Господу Богу. Не, хотя к Господу Богу они не отправились. К чертовой матери, вот черт их там ждет как раз. В пекле, вместе с экипажем. Следующие засобы ПВО. ПВО, это, знаете, отдельная очень интересная штука. Я вам сейчас расскажу. Понимаете, дело в том, что они уже 48,5 раз заявили, что украинская авиация уничтожена. От слова «вообще». Вот взяли всю авиацию, уничтожили. Тогда встает вопрос. А нахрена вам вообще в Украине ПВО? И кто же вам уничтожил 55 этих вот панцирей, шманцирей и прочей нечисти? Загадка. Непонятно. Вообще все непонятно. Дальше. Самолеты. 150 штук. Летать, кстати, перестали. Все, уже они не летают, потому что поняли, что... Ну, я уже рассказывал. Первый вылет, он же последний. Вылет. Летчики одноразовые какие-то. Парашюты у них не раскрываются. Фигня полная. Короче, не летают. Вертолеты. Вчера один рискнул там что-то пролететь из пункта А в пункт Б. Его тут же сбили. Тут же упал. Все. Вопрос закрыт. Вертолеты тоже не летают. 135 дохлых вертолетов. 101, да, зато они запускают теперь у нас беспилотники. Ну, беспилотники тоже хорошо падают. 111 штук наши гуцикнули. Дальше. Автомобильная техника активно используется расистами при драпании с Украины. Также при мародерстве. Они грузят туда, понимаете, они грузят туда все товары, которых они никогда не видели. Вы же поймите, расисты, люди, как правило, дикие и абсолютно нищие. Вот они грузят туда все, что они не видели, все, чего у них нет. Например, использованные женские трусы, использованные тампоны, туалетную бумагу, ну ценности, ценности, знаете, вот такие вот непроходящие. Некоторым большим счастливцам удалось загрузить туда стиральную машину старенькую или же телевизор типа плазма. Пам-пам-парам, да, это, конечно, да, это плазма. Вы представляете, россиянин, у которого есть плазма, он возвращается к себе в Мухосранск, а там весь город стоит на коленях, олени стоят на коленях, да, и молятся на него, потому что это приехал плазмовладелец. Знаете, как когда-то у Ильфа и Петрова были матрасовладельцы, да? Помните, да, вот плазмовладелец, он возвращается туда, и они все падают вниз, говорят, у него плазма, все. Женщины там просто кипятком, мужики рвут волосы на заднице, они ничего не рвут, потому что они пьяные в этот момент где-то лежат. Короче говоря, это абсолютный фурор получается, когда плазмовладелец возвращается в российские ибеня. Да, не будем говорить, куда он возвращается.
Что у нас там еще? Значит, 1358 грузовиков вот с этими ценными товарами сожгли. Вы представляете? Они же набрали, они же для жен везли. Использованные трусы, использованные лифчики. Джинсы украли даже, сняли с убитого. Трофеи, короче, набрали, да? А их сожгли. Вот столько грузовиков сожгли с добром. Ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо получается. Цистерн с горючим, 76 штук. Корабли и катера, 7 штук. Корабли уже тоже. Мы же получили ракеты новые, да? Земля, вода. Как-то все. У кораблей энтузиазм штурмовать Одессу пропал моментально. Они еще схлопотали в «Адмирал Эссен». Это, кстати, надо быть полными идиотами, называть корабль «Адмирал Эссен». Его же как назовешь, так он и поплывет. Так он и получил гарпуном в бочину. Хотя говорят «Нептуном». Но я не знаю, чем честно он получил в бочину. Но все, больше не появляется. И стоит где-то там, за поребриком уже, далеко-далеко-далеко. Утянули на ремонт, так сказать. Потому что, да, «Адмирал Эссен» – это ж придурок, который профукал все там на Дальнем Востоке в 1904 году. Ну, у них все там такие, собственно говоря, поэтому действительно называть же чем-то нормальным не могут. Дальше, спецтехника, это всякие там радиостанции, спецтехника, ну действительно там командные пункты, 25 штук. И традиционно 4 штуки, это пусковые остановки типа точка У и Искандер. Короче говоря, пришли с танк мечом, получили оглобли между глаз, пинка под зад и вылетают к чертовой матери. Слава Украине!